Яблони, груши, виноград, а еще айва, абрикос, барбарис и лыча. Сад Петра Кудряшова из Урмарского района больше напоминает итальянскую провинцию. На своем участке садовод-любитель вполне успешно выращивает культуры, которые не характерны для Чувашии. Я сейчас саду только плодоносящего винограда 70 сортов. 70 сортов груш, где-то 80 сортов яблонь. Испытал я. Вот размножаю где-то 50 сортов. Ягоды у меня клубни, земляника есть, 2 сорта, малина 4 сорта, так, в настоящее время, так, слив сортов 10, испытал больше, конечно. Вот самые лучшие оставил, 10 сортов слив, алыча кибридная у меня. 5 сортов в настоящий момент плодоносит. Грецкий орех есть. Хочу вот персик попробовать. Попытки были, конечно, неудачные попытки, но я надежду не теряю. Найду какой-нибудь способ, технологию, буду выращивать персик тоже. Специального образования у Петра Кудряшова нет, зато есть огромное желание выращивать на родной земле полезные, экологически чистые ягоды и фрукты. Опытным путем он выясняет, какой сорт лучше приживется. А начиналось все с небольшого участка земли, где росло всего 6 яблонь. Новые саженцы покупал у родственников, соседей, позже стал выписывать семена по почте. Вот тут проявился настоящий талант селекционера. Из обыкновенного барбариса, к примеру, вывел новый сорт, свой собственный, кудряшовский, ягоды которого больше обычных в 2 раза. Но главная гордость садовода – виноград. Каждый со своим неповторимым вкусом и ароматом. Здесь у меня растет это винные сорта винограда. Вот первый сорт – это буффало, североамериканский сорт. Это второй сорт – русский фиолетовый ранний. Остальные там – это русский фиолетовый, вот, из них хорошее вино получается. Вот это мой любимый сорт, сорт блестящий. Грозди по 500-600 граммов бывает, выше не бывает, но очень товарные. Это осы почти не повреждают, очень сладкий, мускатный, очень яркий мускат, всем нравится. Выращивать теплолюбивые культуры помогает жена. Она и грядки прополит, и польет саженцы. Теперь, когда оба вышли на пенсию, все силы и энергию отдают любимому делу. Садоводство для меня все. В буквальном смысле. Без сада я не могу жить. Я садом рос, всю жизнь работал, это с бабушкой еще, с малолетства. Вот до сих пор, мне уже за 60, до сих пор я работаю в саду. Мне это нравится, придает силы. Я не устаю в саду. Я сутками могу работать в саду. Об урожаях Петра Кудряшова знает весь район. За солнечные ягоды к нему приезжают из самых дальних деревень. Но самые вкусные и сладкие гроздья достаются любимой жене, детям и внукам. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.